Компетенция «Поварское дело» стала лидером по количеству участников в 2021 году. В этот раз конкурсные задания выполняли 12 ребят из 6 субъектов области. На пару часов они забывают о своих дефектах здоровья. На площадке все равны. В этом основной принцип чемпионата «Обилимпикс» – дать людям с ограниченными возможностями здоровья проявить себя. А вот оценивают мастерство строго. Смотрят как на качество приготовленного блюда, так и на внешний вид конкурсанта. Оценивается даже тот момент, что они не могут прикасаться к лицу руками во время работы, не должны поправлять форму. У них форма должна полностью соответствовать стандартам, начиная от колпака и заканчивая обувью. Стиль и температура подачи – еще одни критерии оценки. На выполнение задания 3 часа. За это время участники должны приготовить 2 блюда – суп-пюре из овощей и суфле из рыбы. А еще гарнир – один из вариантов – полента. Его и выбрала Логинова Альбина. Это кукурузная крупа. Ее отваривают и подаются в сливочном соусе в какой-то форме. Девушка приехала из Барыша, в себе не сомневается, ведь знает главный секрет успеха. Им поделилась наставница из родного техникума. Главный секрет – это обязательно быть готовым к победе, обязательно быть более самостоятельной, уверенной, внимательной и выполнять все требования, которые необходимо были представлены на данном конкурсе. Сыграют ли наставления свою роль, станет известно сегодня, 12 мая. Тогда подведут итоги по компетенциям. Еще днем позже завершится региональный этап чемпионата. Дальше лучших ждет еще 2 уровня – национальный и международный. Финал запланирован в столице. Он пройдет в августе текущего года. Победители получат шанс войти в состав национальной сборной «Обилимпикс России» и представят нашу страну на международном уровне. Александра Никитина и Сергей Кудаков – УПРАВДА ТВ.